Привет, меня зовут Витя, и, дорогие друзья, я из Архангельска, и поэтому просто можете слушать те песни, которые я пою для вас. Спасибо. Занесен в черно-белую книгу, которой кто-то однажды дал название жизни. Он кому-то показался достаточно милым, чтоб на нем построить свои мечты. Но разбились мечты, и осталась реальность. И вот каждый из нас наедине сам с собой. Но и правда сегодня дышит на ладан, причиняя только горечь да боль. И в такую минуту только хочешь забыться, лететь куда-то за облака и написать новую книгу. И сотворить на земле небеса. Ты думаешь, твой крик никто не услышит на этой земле, кто поймет его? А небо, если есть, то оно закрыто, и ключ от небес потерян давно. Но затерянный мир черно-белых красок так любит гласить нам уставы свои. Но вот пришло время, чтобы снять с себя маски. Ведь время пришло, и закончились сны. Закончились сны. Это время воскреснуть, это время жить. Ведь есть тот, кто может боль в сердцах исцелить. Это время сказать одиночеству нет. Это время дано, чтобы встретить рассвет и жить. Время жить. Время дано, чтобы встретить рассвет. Время жить. Рассвет, время жить.